Привет, красотки! Я сегодня сразу два колье хочу вам продемонстрировать. Колье в этническом стиле. Такие вот они с элементами фольклора, потому что в композиции присутствует портулак и подсолнух, излюбленный всеми творческими людьми. Про него и песни слагают, и стихи, и рисуют кругом на всех картинах. Ну и я-то тоже вот художник. А как же, обязательно. Я вот такую сделала композицию. Подсолнух с бутоном. Дополняет его пару цветочков портулака. Немножко разных оттенков красных. Чуть светлее, чуть темнее. Сочные, яркие. Здесь вот листочек, смотрите, тоже от цветка подсолнуха. Ну, такой даже немножко вот с рисунком, с прожилочками. Лепестки. Посмотрите, какие там внутри прозрачный бисер такой, с желтой цветовой гаммы. Искрится, сияет на солнце, как настоящий цветок. Знаете, вот когда у него на солнце лепестки смотришь, там прям отзеркаливает какие-то вот такие вот есть элементы у него. Ну, я, соответственно, хотела повторить, чтобы все так же было. Искрилось, привлекало, сияло, чтобы вы сияли. А как же? А теперь представьте, вот если у вас есть летний сарафан или платье, да еще и цветочной какой-то тематики, а если оно еще и с подсолнухами, то как это колье будет украшать и дополнять ваш внешний вид? Какой вы сразу становитесь идеальной такой цветочной феей? Просто вот как... Просто слов нет у меня. Ну, вы сами все поняли, да? Шикарно просто. Просто будете выглядеть очень потрясающе, очень привлекательно, очень обворожительно. И, естественно, все будут смотреть только на вас, открыв рот широко и разул такие вот глаза. Потому что это очень зрелищно, очень эффектно, очень красиво. Сейчас покажу второй вариант. Смотрите, первый.